Благоустройство парка «Народный» на финишной прямой. В поймере Китагил уже есть прогулочная зона, площадки для активного отдыха. Администрация Ленинского района здесь проведена не одна уже спортивная эстафета. Мы планируем со следующего года уже свою районную эстафету проводить именно здесь, в парке «Народный». Сейчас в парке «Народный» продолжается устройство спусков с улицы Фрунзе. На этой неделе на хоккейном корте уложат резиновое покрытие. Затем установят трибуны и ограждения. Параллельно на площадке для воркаута смонтируют турники, для детворы игровые площадки. До наступления холодов планируется высадить газон.